С января 2021 года более 37 тысяч участников регионального проекта «Активное долголетие» побывали на экскурсиях по Московской области. Пенсионеры совершили свыше 2500 пешеходных и автобусных путешествий. Одинцовский округ стал одним из лидеров самых популярных направлений для поездок. В числе многих достопримечательностей гости муниципалитета увидели главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот».